В этом видео вы увидите новую секретную анимацию на тычке Harmony от TikTok. Секретная анимация! Смотри! Чувак, покажи! Где ты, где? Здарова всем, ребята, Кентуха на проводе, и прямо сегодня я вам покажу новую анимацию на все скины и даже на новые тычки TikTok. Поздоровайся! Ребята, всем огромный привет, с вами мистер TikTok и Мус. Чувак, где тычков? Тычков не видно, клянусь! Че, блин? Ты ровлишь? А что у меня в руках? У тебя в руках вообще ничего нету! А, стой, у тебя хаешка в руках. Подожди! А ну показывай! Подожди! А ну показывай, показывай! Короче, ребята, у ТикТака есть единственные тычки в игре, которых нету ни у кого больше. И прямо сегодня мы вам покажем новую секретную анимацию на эти тычки! Готов? Готов! Ты должен наклониться и сказать, умоляю. Скажи, ну реально, скажи. Ладно, ну поехали. Мать моя, стой. У ТикТака в руках. Сколько они стоят? 1 000 000 голды. Вы понимаете, эти тычки стоят 1 000 000 голды. Расскажи, как ты их получил? Ой-ой-ой, братик, это пока что это секрет. Слушай, вопросик, а ты хоть раз в жизни видел секретную анимацию на эти новые тычки? Блин, слушай, я как-то играл дуэльку, и мне показалось, как будто реально какая-то анимация произошла новая. То есть один раз было пробитие, правильно? Ну, походу, да. Ну что, ребята, присядьте, потому что прямо сегодня мы покажем все самые крутые, самые секретные анимации на все оружие-шечки. Не понял, что это было? Не понял! Пенч, Пенч замочил Пеппу? Или мне показалось? Ладно, мало, не буду больше тратить. 5 minutes later. А ты бери одно любое оружие, и я, и мы еще будем смотреть анимацию. Я беру USP, говорю, давай, сразу. Давай, я себе забил, давай. И ты. И будем хвастаться, коки анимации. Давай, давай, давай! Так. Короче, смотри, давай так, ты будешь показывать анимацию на HR и скатывай секретную, а я на USP. Давай, ты раз, сам понимаешь. два, три, поехали! Кто первый нашел, тот пенч. И, ты смотри, что происходит у меня с HR, видно? Братан, ты что рукой делаешь, ё-моё, 18+! Он протирает его снизу, смотри. Ты видишь? Делал анимацию перезарядки. Ой-ой-ой, ты что делаешь рукой? Похоже так, как будто продолжение в телеге. Ой-ой-ой-ой. А ну-ка, опять, ну завязывай, братик, ну завязывай. Давай пробуем сделать анимацию на USP. Бери тоже USP, так сказать, покажем. Мало ли кто в танке, мало ли кто вчера родился. Мало ли, ну знаешь, есть же подписчики 2022 года рождения. Давай покажем. У тебя сейчас скина нету? Я снял уже, ты сознание не потерял. А, то есть, подожди, у тебя есть тычки за 1 000 000 голды, но у тебя нету скина. Давай так, кто первый делает анимацию, тот получает 1000 голды. Давай, давай. Придется отдать без кидалова, не как обычно ты любишь. Сказать все время снайперу ничего не давать, нет, тут придется отдать, сам понимаешь, дорогой ты мой. Смотрим, опа. Подожди, а ты не помнишь, оно, типа, когда он его держать начинает, он уже должна... О, смотри, 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 я не вижу, где, я не вижу. Смотри, где, я не вижу. Эй, да чего? Давайте заново, ну просто 1000 голды не могу отдать, пока я не видел. Так, теперь смотри, я беру P350, ты G22. Давай быстрее, пенч, двигай попой быстрее. Давай смотрим, у кого первого будет секретная анимация. Походу ни у кого. Ты видел? А что там? А что там у тебя? Он начал как-то держать ее, или не показалось? А давай анимацию перезарядки, ты покажешь свою, я покажу свою. Поехали. О. Подожди, ты быстрее перезаряжаешься, чем я, или мне показалось? Давай одновременно. Давай, давай. Раз, два, три. Да ты позже начал! Давай, раз, два, три. Одинаково. Так, ну теперь давай смотрим дальше. То есть тут секретные анимации разрабы не добавили. Они подумали, что мы пыль, и подумали, нафига нам анимации? Они нам нужны, скажи по-честному. Вот скажи. Это единственное, что надо добавить в 0.20. Я считаю, что в 0.20 просто надо добавить новые анимации на все скины, и все. Больше ничего не надо. Да, так, да, Tech 9, ты бери новое оружие. Ты уже делал, жидко, нет, нифига. Это тебе наказание. Не-не-не, давай, мы смотрим анимации. Кстати, да, ну новый пулемет. А ну-ка, а ну-ка. Бля, чем какой-то пиксель в воздухе телепается. Без рофа, он еще постреляй. О-о, смотрите. А, вот, блин. Вот, видите, пацаны, видели? А ну-ка еще раз сделай. Мы уже нашли баг при анимации. Хана, вот тут пиксель тупо в воздухе летает. А, обалдеть! Я тебе нормально все показываю. Ну ты потом на видео посмотришь. Так, теперь смотри, ты пока еще не секретный мастер. Смотри. Он его ворочает. А как? А как? А, это новая анимация, чувак! Ты видел? А как? Смотри, сейчас вот это сделал. Подожди, стой. Ничего себе. Стой. А ну-ка, давай. Обалдеть! Это новая анимация такая?
Чувак, ну в анимации! Обалдеть! Блин! Да подожди, это не дефолт анимация, не? Давай я возьму тогда АКР. Ты посмотри на мой АКР. А? Как тебе мой АКР, братуха, пиздюндевух. Смотри, так ты видишь какую-то анимацию? Анимация какая перезарядки, а ну-ка. Не, мне кажется, дефолтик, да? Ты там смотри, по мне случайно не попади, дорогой ты мой! Не, не надо, ты руку на меня не поднимай. Да стой, ну... А, подожди, на М40 тоже поменяли анимацию, ё-моё! Я поэтому ее и взял, алё. Твою налево, мне 5 хромакей отпал. Сейчас, подожди. Давай, смотрим, смотрим, смотрим. Ащук, нормально у тебя волына, правда маленькая. У меня волына 25 сантиметров минимум. Чувак, ну тут волына максимум 39. В лежащем состоянии, дорогой ты мой. Теперь перезарядку анимации. Давай, ты показывай мне, и я перезаряжаюсь, давай. Опа. Ха-ха, ты жопу почесал, покажи еще. Подожди, а что разработчики вообще поменяли? Вообще... Ты жопу почесал, ну-ка покажи, перезарядись. Перезарядись. Давай. Опа! Чисто-чисто, ну, зачесалось. Чесанул булку. Почесал и понюхал, понял? Так, ну смотри, на М40 вроде столько было, так и осталось. Давай-ка мы с тобой посмотрим секретную анимацию на М110. Сладенький ты мой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну слушай, ну вроде анимация дефолт. Смотри, да, смотри, как он делает, смотри, как он делает. У тебя тоже так есть? А ты посмотри, как у меня! Посмотри, как у меня в руке держит! Да. Смотри, чувак! Это не он тупо начищает! Да, секретная анимация на 110! Давай, ты смотри секретную анимацию на Дигл, я буду смотреть на P90. Так, ну давай, давай, смотрим. Крути, верти, так. Ой, ну. Ну слушай, ну ты такую анимацию, даже мою бабушку не удивишь. Ну ё-моё! Подожди, на Дигл вроде же должен быть анимация. На Дигл есть анимация! А выстрели пару патронов и попробуй перезарядиться. Так, давай, давай, смотрим, смотрим, братик! О, мой побежон привстал! Мардон, в тебя уперся. Ну ладно, я вижу, что не против. На P90 какая анимация, посмотри, посмотри. На P90. Ля, ты что мусоришь здесь, алё? Я только подмёл. Нифига себе, чувак, мы с тобой тут раз мусорились. Так, ну давай смотрим, давай смотрим. Ох, блин, чувак, я уже жду, просто не дождусь, когда же мы посмотрим новую анимацию на тычкулечке. О, смотри, 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 пошла анимация на Дигл. Смотри быстрее. Видишь? Алло. Видишь? Да блин, чувак, ничего не видел, ты напердил там все. Так, смотри, давай вот просто пока лайтовенько покажем анимацию на обычной тычке. То есть это обычные тычки, покажем, тут ничего удивительного нема. Ну смотри, да, обычные тычкулечки, анимация удара. Смотри, это левая рука, это правая рука, все по дефолтику. Смотри, моя анимация, так, это просто анимация смотра. Видишь, все, так. Все, ну все как обычно, да? Ля, капец, у тебя так сливается с костюмом красиво, ну, видно. Так, подожди, видно. А теперь смотри. А-а-а! А теперь смотри. Да Да чувак, я анимацию проверял, ты еще по горячей руку попал. За что? Смотри, то есть на тычке есть всего три анимации. Первая это анимация смотра. А, дальше. Второе это получается анимация удара левой рукой и анимация удара правой рукой. Ну, а сейчас вопрос. На тычке, который стоит 1 миллион голды, не с ним из коллекции, анимация такая же самая или нет? Как ты думаешь? Я думаю, должна быть новая, но если разрабы не подводят нас... Ну, я думаю, не подводит. Разрабы нас подводят, то я тогда оп, с левой, оп, с правой. То есть, стой. Так, ну, показывай, очки. Ой-ой-ой. Давай, готов! Готов, дорогой ты мой! Три. Два. Один. Хэштег пыль. Ой-ой-ой, дорогой ты мой! Мать моя женщина, подожди, подожди. Пока просто стой. Чувак, ты можешь что-то не сделать? Продолжение 5 рублей. Ё-моё, брат, я б на эти тычки присел. Знаешь, есть такая поговорочка. Говорится, пики точёные или тычки точёные. Или тычки анимированные. Так, подожди, пока просто смотрим, чувак. Не двигайся, пожалуйста. Так, давай так. Анимация удара. Просто анимация удара. Давай, бей. Да стой, не по мне! Чувак, это еще новая анимация! Давай! Чувак! Удари, смотри! Удари. Чувак, новая анимация, тычки! Обалдеть! Реально? Да! Обалдеть, чувак! Как же это охрененно! Ну, ударь еще раз. Смотри. Блин, мне очень интересно будет посмотреть на монтаже. У меня два прокручиваются. Два раза? Чувак, реально новая анимация тут! А ну-ка. Оп. Обалдеть! А теперь давай на счет три анимацию осмотра. Раз, два, три! Вау, блин, чё, хотя что-то с руками. Ё-моё, слушай, это прикольно. Пацаны, просто прожмите за это лайк, потому что это реально прикольная секретная анимация на тычки. Вау, ничего себе. Подаришь по жопу, по-братски? Ладно, давай, садись на коленки.
Он отрабатывает. Ля, что у тебя с рукой? Стой, подожди, на месте, стой. Я еще раз анимацию. Анимацию. Ля, у тебя когда анимацию делаешь, у тебя руки из пуза расти начинают. Да что, у тебя тоже спамы. Мало ли твои тычки бьют дальше. Встань тут, встань тут. Вот так, сдалека, стой, стой, не подходи. Давай так, делай удар. Сделай удар. Все, теперь подходи чуть. Подходи. Просто я хочу проверить, это обычные тычки или нет. А ну-ка. Чего, где тычки дальше бьют? Серьезно? А ну-ка, это интересно, ребят. Если у ТикТака эти новые тычки бьют дальше, это означает только одно, то что я хочу эти новые тычки. Так, смотри, я подхожу, я тебя тут не бью. Он ударит, ты по мне. Ударь. Не подходи, я подхожу. Я по тебе тут не попадаю. Ты ударь по мне. Давай. Ударь по мне. Ударь по мне. Ударь по мне. Чувак, у тебя тычки дальше бьют, чем у меня! Я тебе 100% говорю! Обалдеть! А ну-ка, слушай, давай еще посмотрим на анимацию Авика. Мне очень интересно, посмотри со стороны, как это выглядит. Подсними меня. А ну-ка, оп, а ну-ка, оп. Анимация перезарядки. Давай, давай, давай. А ну-ка. Как, нормально? Ну такое еще раз. Ой, а теперь анимация осмотра. Не, стрельни, стрельни в сторону. Стрельнул. Ухлё, у тебя еще патрон типа исчезает откуда-то. Вот да? Вот. Чисто пропал! У тебя в лаз залетает, реально, стрельни. Делаю перезарядочку. Опа! Ты в штаны спрятал! Ты обойму в штаны спрятал, отвечаю! 5 minutes later. О, давай на счет 3 сделаем анимацию. Ты готов на счет 3? Подожди. На счет 3 анимацию. Стой во мне, чтобы... Давай, вот сейчас. Давай. Раз, два, три! Вот просто проверим, анимации одинаковые или разные. Чувак, да... Подожди, подожди. У меня анимация что-то идет чуть быстрее. Не понял. Реально, я говорю, на тачке Harmony другая анимация. Напишите, что вы думаете по поводу всех этих анимаций в комментариях. И вообще напишите в комментариях, что ТикТок печь, а кит не пепа. Ну что ж, уважаемые подписчики. Я думаю, понравилось подобное видео. Поэтому прямо эту секунду прожмите огромнейший лайк. И подпишитесь на канал Кента ПК. ТикТок, попрощайся. Всем пока.